Мне очень нравятся советские фильмы. Я очень люблю Урбанского, я очень люблю его фильмы. Вот «Коммунист», это мой самый любимый фильм. Вот. И «Свой среди чужих», «Чужой среди своих». Всегда я говорю, это мои самые два любимых фильма. Такие фильмы сейчас не могут снять не потому, что плохое поколение, а потому, что другое поколение. Не поймут. Ну, как бы уже будет другое. «Труженик» уже не тот, не то, что было тогда. То есть сейчас уже нужен другой, уже... Я даже не знаю, какой сейчас герой, потому что герой непонятен. Вот для меня он непонятен. Кто герой? Ну вот, вот сейчас снимать кино, и чтобы это был герой, он непонятен. Вот он непонятен. Для меня он непонятен. Он Супермен? Непонятно. Он труженик? Тоже непонятно. Какого плана труженик? Не знаю. Сейчас просто другое поколение, другой мир, другое течение времени. Уже другие взгляды на мир, другое. Ну, все другое. Здесь это не плохо, не хорошо, это просто так. И, конечно же, мне хочется сыграть такого какого-то героя, чтобы это было для людей, чтобы это был герой. Но, а какой, кто он должен быть? Вот для меня Пересвет герой, а для кого-то он не герой. Ну, то есть, вот получается, или кто еще? Ну, вот коммунист, например, да? Я когда говорю, что я коммунист, молодым, они же никогда это даже не видели этот фильм, и не знают, кто такой Урбанский. А это вот классика советского кино, это вот в то время был классический, конечно, пропагандистский фильм, но снят шикарно, великолепно, Урбанский, вот эта мощь, вот эта красота, сила актера, человека, это все показывало. И все вот это был герой, который собой жертвовал ради идеи, любил, если любит, то любит, жертвует, то жертвует, если погибает, то погибает, если... Ну, то есть он вот... А сейчас не знаю, вот честно не знаю.